Но она к Т5 подходит просто. Так, и Т5 тоже убой. Миша, там отдача. Какой наш шок, это еще? Мне нравится. Типа красный сет хочешь? Ну да. Она как Т5 башка. Ну да. Так, паладин, разбойник, шаман. Настя, ты уверен, что умножение? Да, уверена, она ВКонтакте писала лутать любые куски Т5. Окей. За ГП точно? Такая я. Ну, я хер его знаю, точнее, спроси у нее. Ты с ней переписывался. Ты же мне скинул лутать. О, что, Настя была скучать? Не было такого. Не выключайтесь. Саш, ты слово потанчил или мне спекнуться? Ты вообще повторяешь. Ой, что-то я вообще раз хотела и хилить, и танчить вот конкретно этого босса. Я понимаю пианиста. То есть мы больше не пойдем в ДВРФ? Ага. Значит. Так, короче, я тогда плечи шамановские пока закину себе. В смысле себе? Я у Лены уточню. Тут я просто вижу кучу спеков. Ну, либо Лена забирает на мейн, как по мейн спеку эти плечи. А у спеков тут до хера. А что еще на мейн роли? На мейн роли твин чей-то. Эскандер. Но у него ИП нету. Все, чистим трэш. Хилы, надеюсь, тут есть. Диспел повелителя звездочета. Другие плечи разрули. А по ролу... С него не диспел. Если на успех, то выигрывает все равно умность. У нее 53. А остальных 17, 16, 14. Я все скриншоты делаю, так что потом, если кому интересно, я все делаю. Да, конечно, она скажет, нет, мне на мейн не надо, ведь на офспек. Как она, у нее есть на мейн спеке плечи? У нее нету воронок, чтобы их открыть, так что даже если они где-нибудь в банке лежат. Окей. Как можно уролить на офф, если у тебя на мейне нет? Так, воин, жрец, друид, давайте плечи. Легко. Например, у тебя на мейн спек это не идет. Так, по приору идет Брун Твин. Сначала же одевают мейна. Воронка. Там идет япончик. Япончик, а тебе нужны эти плечи? Да. Я бы просто лучше взяла другую Т5. Ты на что? В смысле? На медведя или на лата? А, ладно, давай япончику. Пофиг. Япончику. Быстрее сюда только беги, а то тут воронка исчезнет. А япончику нам... Ну, в общем, даже если по успеху, все равно умность забирает. Поэтому я уточню сейчас Лене, как. А да, ей за ГП, она мне ответила. Ты не говорил про успех, да? Я спросил, а япончику это на мейн спек уходит, ребят? Да. Япончику на мейн персонажа, на мейн спек. Я вот потому его спросил, как. Тут просто Миша есть, как этот... Просто Лёха говорил то, что приоритетом даже мейн персонаж офф-спек, чем твину на мейн. Когда он такое говорил? Он такое постоянно говорил. Если мейн персонаж офф-спек, ему приоритетнее, чем твину на мейн. Это будет запомнить, а ты какую-то херню говоришь. Может, придет он сегодня вечером, давайте я это еще раз при всех спрошу. Он говорил такое еще, когда в ЦЛК был. Ну, окей. Чего вы спорите? Я уступила япончику, потому что мне плечи не очень нужны для сета. То есть, нет, это никто, я просто добавил.
Просто я прям прекрасно помню. Даже на стримах я могу поискать эту запись, если прямо сейчас вы хотите. Да, иди еще. Саш, нету никакого беспокойства. Все нормально. Беспокойство будет по поводу воронки, которую по-хорошему забрать. Я здесь. Да, мне просто, блин, на той неделе я ходила в Каругер, и... А дача в рейде? Я сролила две печеньки, чтобы апнуть себе Т4, чтобы взять другими офсетами на всякий случай. Если буду добрать Т5, например, плечи, чтобы у меня были Т4 ноги. Но я, у меня их забрали. Я дачи не вижу, чтобы ты был этот... Прямо именно что здесь. Ну, одно ты мне уступил, а вторую кому-то. Лене, на Бонжорно. Кстати, что за это сделал? Ты забрал... Воронка! Тут уже вторая воронка. Да, вторая воронка. Сейчас еще там повалится, значит, это хорошо. Слушай, Адмирал, вернись сюда, здесь третья лежит. Не тот каз сбиваете, ребята. Третья? Третья. Адмирал, они тут уже исчезли, вы быстрее. У входа. У самого входа, у самого сюда входа. Сюда вернись, во вход. Все, бегу. Да не кричите вы, блин! Вот этот каз сбивать надо. Нет, перезарядка домашняя, это ОУЕ, его не надо сбивать. Перезарядка? Так, одну воронку я отправил. Че воронка? И нахуя она мне? Ты потом будешь разрадливать, раскидывать. Смотри, вот тут воронки. Я сказал, поешки и воронки я буду скидывать тебе. Ты тут единственный офицер. Э, панда. Где вторую воронку вы увидели? Вот тут, к нам, беги назад. Тут и пояс, и воронка. Вообще говорили, еще третья. Ну, нет, и... Попрыгайте, блядь. Все, вижу. Не назад, а вперед. Где-то колбашись там. Рецепт кому? Помянем шоу. А нет. А, нет, там всё-таки сдох. Сука, полсекунды до низа не хватило. Ещё одну, что ли? Помянем фанзе. Саша, это треть? Это вторая. Гоу келли сразу. Можно бить келли сразу? Китайской. Так, вы говорили про третью, или это был пиздеж чистой воды? Мне кажется, это было вранье. Кстати, может, поставь сразу на завтра РТ в календарь? Вот Лене начислите 250 и пояс полностью, то есть. А то будет нечестно, а дачи так сделали, а ей нет. Умность при чем? Она уходит. Просто отдачи въебали ГБ, этому нет. Адмирал. Ау. Сколько разница приора между Леной и следующим, кто идет по мейнспеку на ее... По мейн-спеку, по разнице в другой шаман, у него только 300 или там 400 ИП. И она же на 20 минут написала. И если опять-таки отдачи въебали, отдачи написал, что он совсем с концами, а там кто в маг убегал тоже... Ну, РТ не кончилось. Но Мак же тоже у нас уезжал за скрипку отвозить. А Амир, он же уезжал скрипку также на 23 отвозить. Ему никто ничего не въебал, он же вернулся. Тогда бегите.
Почему одним можно, а другим нет? Он написал на 20 минут, а отдачи сказал все, до свидания. Ты понимаешь, что есть разница между предупредить РЛ и мне разрешил РЛ? Понимаешь? Это Кирс. Ладно, а ты умность предупреждала, нет? Ну, вот написано, ребята, жопа, надо уехать минут на 20-30. Ну все, ебашь ГП. Если отдачи писал, что, блядь, все, до свидания, я совсем с концами пошел. Не, я быть, не могу. Надо быть со всеми одинаковыми. На всех боссов, где вас не было, я сниму и... Нет, бля, пианист говорит, когда надо предупреждать заранее, во время РТН. Ну, блядь, вот... Сука, у тебя дом загорелся, блядь. Я буду сидеть на РТС, сука, ебаный. Мне похуй будет на ВОФ, я его закрою его и уйду. Мне похуй на ТГП будет. Если надо, если не надо, я съебу, мне похуй. Не сагрите патруль. Никто объяснить нормально не может, что ТГП этот срач просто... Ну, отдача съебался, все, ГП полутал, теперь надо все. Все так полутали. Кто, блядь, он лутает, другие нет. Правильно? Только есть разница, что тут люди пишут, я отойду на 20 минут. А есть то, что, ну, окей, если меня вечером не... Меня вечером не пусть... Ну, смотри, получается, как отдачу сделал. Я пошел, все, меня типа сделал. Не примет. Факт, да, вот я тебе и говорю, ладно, хуй с ним по факту. Отдача сказал, то что... Нет, факт есть факт. Он пришел. ГП въебал, въебал. А почему? Окей, он сказал пришел, то, что... Подожди, ушел, дай пришел, мне... умность ушла, пришла. Дай, пожалуйста, слово не перебивай. Я тебя выслушал. Я тебе не дам слово, я тебе говорю, как должно быть. Я тебе говорю, как произошло и происходит. Ебашь. У меня нет прав. Ну, Фарада ебашь. Раз у тебя нету прав, какого хуя ты лезешь вообще? Я говорю, как было. Нахуй ты лезешь? По факту. Нахуй и как лезешь? Сейчас. Нахуй ты лезешь? Мазер, ну так-то по факту у тебя тоже прав нет, так что ты тоже как бы лезешь сам. Сам нет, себе противоречит. Я говорю, да уешь, да микс. Ебашьте ГП по-хорошему. Там есть пианист, напишите, пускай разберется. Правительство убить? А типа подчинение здесь главу нельзя, да? Я такая сейчас давай. Смотри, Мозер, после того как Миша сказал, подожди. Всем, кто не присутствовал на боссах, я уже снял ЕП. Адачи сказал, что он вообще не сможет пойти, поэтому я ему снял вообще все, что было до этого. Сейчас, которые боссы будут, поднимите ЕП. Люди, которые написали, что они отойдут на 15-20 минут, они после этого времени вернутся на том боссе, на котором они уже будут, за того они получат ЕП. Ну ты ГП ему въебал, Адачи? Если человек совсем выходит из рейда, тогда есть ГП. Ну ты ему въебал, то есть рейда еще не было, он ты ему въебал. В смысле, Мозер, рейда не было? Рейд шел, как бы по факту. Ты, кстати, тоже с рейда выходил, так-то. Когда вы сретесь, напишите пианисту, блядь. Как только РС-ка закончил. Давайте, блядь, не флудить, пожалуйста. Ну РС-ку я закрыл. Вока не было танков, потом пришел Войт, я подсоединился. Кто-то говорит, что вот по сути то, что там предупредил, есть факт, типа, ты до РТ не предупредил, вышел, блядь, с рейда, блядь, получил 250 ГП и минус все ИП. То, что вы тут развозите, это хуй поймешь. Ребята, это же 4 часа. 4 часа, да.
Я вам предлагаю не пиздеть, а ускориться, потому что мы только что вайпнулись на тр... Ну, кто спулил его? Миш, БОЕшку потом подними. Еру дайте на тр... Сейчас глобо юзнул, а до этого не мог ей нажать. Может, и сало дали? Нет. Если она нагорела, но я не мог, я нажимал, она не нажимала. Труба какой-то, что ли? Тимыч БР по Бруну, Брун по Харзизу. Брун танку поднимает, хила поднимет одного. Брун не в диску. Лап упал, разбафали тоже и пошли дальше. Я слабую рыбку поставил. Вот пошел. Да стой, сейчас этих еще пизданем. Выйдется и выйдет.
ворон. Берите ее. Рыба еще стоит, кого подняли. Слушайте быстро. У вас танки дохнут. Адмирал, спектр, подними ворон. Бою нельзя поднимать. Женщик комбокс по. Ребята, мы еще дыра надо прочитать. Хорошо. Так будет падать, не кажется. Значит, не скоро босс начнем. Да, дешевая рыба стоит. Тимыч, спекнись в танк. А чё, форс? Миш, ты умности там за Т5 нахуячил, нет? Ну, оно ей уходит. Да? Тимыч, ну, ты врываешь. Я уже давно скинул. Ну а как, два человека на мейнспек. Один твин без ЕП, а другой 13 тысяч, там приора 10 или 15. Танки, пуляйте, трэш. У вас два танка. Я сейчас начну выдавать ГП за. Еще одна была ешка.
ваших же интересах ускорится, потому что с той скоростью, с которой мы идем сейчас, ласт будет от... Бои. 70. Адмирал, кому ушли перчатки Салара? Белла или Кирс, у вас есть уже успех? Все на мази. Уже все на мази. Не просто Фростом. Рыбу пускаю. Сантей здесь? Извини, здесь сапруты или фласты? Сантей присумонтит. А здесь сапруты или фласки? Здесь ДД можно. Можно я буквально на минутку в туалет отойду? Сантей. Присутствую. Миш, чё, мне кого? Трэш? Тимыч, давай в танке форсеть в Ретрика. А вы уверены, что тут нужно 5 хилов? Да, тут 4 мар. Ну, типа, может, лучше я в танке? 3 танка здесь точно не надо. Или я в... Да, надо только 2. Тимыч может ДД тогда.
А бур потанчит. Миш. Вот. Форсети в ДД, Тимыч в ДД, Брун в танк. Ну, из ДК будет тянуть. Будет притянет. Я что ж себя буду. Япончик, ганвест. Япончик. Жив сможно? Нет, не вижу. Жив сможно? Не говорил, что био пошел. Он вроде вернулся. А почему у тебя пишет нет настоя? Потому что у меня старая дома. Веру. Адмирал, блядь. Не, Харзик, ты опять тотем лобу. Дай-ка сначала собрать весь. Не стойте на пути хорошо. На пул на Бруно давай. У вас жрец. Череп стоит. Адмирал. Прик, как ты сбиваешь, как там на коне. Кто это я сбил? Меня в саппорт ушло. А чё ты пинетру не собираешь? Соответственно. Белл. За него лапу садишь, конечно. Притяните жреца сюда. Отпустите вы его хотя бы. Блять, жреца грипните в метку. Это кажется. Вау, он выйдется? А, он провалился. Вытяните его как. Я его отцу пока показываю. Каст, каст. Захилил. Молодцы, что сказали. Жреца убили. Здесь стоим. Тихон, такиньте ловушки в сети. Не сейчас, после. Кто по мелке вы. К вам, к вам идет. Не-не-не. Про ближний. Каст, каст! Успел.
Каст. Да ты затрахала. Ганвеса БРК Хразиз. Череп слышно? Остаемся здесь, грипните его. Слушай, ладно, пошли в череп уже, в череп. Ты на себе метку повесишь, чтобы к тебе я грипнул. А вы что, Альды? Амби же кто? Я собью этого первого. Мана по Хардизу. Там, где меньше лучей, туда и вот веди. Отойдите от двух. Направо успеть. Отошли, сместились. Не слышно. К вам идет, я знаю. На смене череп. Забью первым. Молодой. Мазар полет нормальный. А заебало. Было, конечно. Басадка. Каску. Пошла одна. Мазар, можешь не бить, там сторонки поставь. Да я, блядь, так стою. Сюда его. Не, если так эти станы. Звезде сойдитесь, в звезде. И вы встаньте за звезду, чтобы у вас, конечно, пошло меньше. Еще одну ловушку в центр. Босса бейте, на перепасе босса его. Второй маг тоже на шип уйди, какой-нибудь. Миша, шипнешь? Сейчас на перепасе он же будет больше дамага, шипцов. Харзику ману дайте. Жреца бейте. Бил пер. Точно. Чем быстрее сбивайте жреца. Первого, второго. Если что, первый собью. Все, успею. На перефазе не нужно. Ой, проблема. Собак. Кто-нибудь пошипайте. Фрэнсис, выйди за рейд, притяни жреца. Нет. Я пошипаю второго пошипаю.
А он говорит, Мишенька, нет? Шибы даст? Нет, нет, конечно. Череп-то добейте. Сталкер вы. Череп, череп, череп! На 20% перепаза. Да. Угу. Каст, каст, каст. Да не было ни хорошо. Каст. Налево ушли. Налево от входа? На дальний метр. Налево от нашего местоположения. Через жреца в трэш. У вас. Конвеста. Крутяк. Это ГП. Ну это, блядь, 9000 тут. Женуэр. Женуэн БР по Бруну. У меня тоже БР есть. Я шрицы сейчас просто подходит. Выпадай. Я как бы сбил, но он не захилился. Блядь, это у меня ёбаный. Где первая реакция? Точно не хотите Келли сегодня бить? Да мы уже не успеем. Так ждал. Время уже 4. Завтра уже что там добьемся? Да через фазу. Через зачет-то убьем и все. Время уже 4. Из 15 еще. Да? А, мне показалось 56 минут. Келли за 15 минут вы тоже не убьете. А тут ну, еще за зачет стоит. Они 15 минут не убивают Келли. Звездочёт еще не убить за 15 минут. Я смотрю, это трейд может. Но мы все равно сильные. Мы не стоим. Все то же самое, только сбиваете все косты, и никто в рейде не взлетает. Ну так прям молодцы. Молодцы были. Вага, добьем, потом уйдешь. Конзер. Нет такого боевого духа, который заряжает пень. Гпшка есть. ГП начислит. ГП начислит ко всем, на сразу будет боевой дух. Нет, ГП это начислили просто за вайп рейда. Да. Денчик, ты идешь? Че у нас минус один, да? Да, мы дадут 4 бин. Вага, ты идешь просто в сторону, там если что, сдох. Мы на Халионе не вайпались. Локи, дай шкаф. Ярлох. Принцесс, а ты меньше кровоотвод юзай при трэше, может ты жить будешь дольше.
А при чем тут? Прибавнулись. Бунчик. Все, все готово, я пошла подойти. Я буду ставить 3D-метку туда, куда мы будем смещаться. Почему на танке же не стоит? Геру. Геру дайте. Как ты сделал, чтобы он ползает? Я тоже удивился, блин. Думал, это у меня глюк. Лок. Ну ты, блядь, реагируешь так долго? Да, Миш, пусть здесь нет уже. Ладно. Пизда. Ганвест, будешь так долго реагировать, я тебе косарь дам. Да вы ничего. Это как пианист или динамерка. Сервак? Нет, все нормально. Ясно. Миш, от трейда я отошел? Смотри, пожалуйста. Да. Окей. Нахуй вы чаржитесь с него? Его, блядь, притягивать надо в метку. Нахуй вы в него бежите? У вас будет. Собью пер. Бах. Бар. ДК подбегает к одиночной метке, делает гриб. Все, не надо нахуй бежать к этому же. Заберите там.
все бить. Гриб. Раз. Дэнч. Маны по хардизу. Жреца дальнего, помогите косту сейчас сделать, мы вышли. Я собьюсь. Дэнч. Следующий сбить, блин. Жреца быстрее, давайте вам еще один. Даемся. Жреца притяните дальнего. Когда? Шип. Шип-то не притяните. Сейчас все по жрецу быстрее. Жреца быстрее сливаем. Череп. Прям очень-очень быстро. Вы не быстро. Еще один жрец. Еще что второго. Юмы. Второго тоже сразу убивать. Собью ему. Следующий сбейте. Россию. Имидж БР по Фрэнсису. Рибав дали под это. Прибежали. К нему бери, бегите. Лапу тут бьют. Выйду лапу. Дах дикой природы. Мазба. Я сейчас всем друидам дам ГП, если не вижу лапу на рейд. Я не могу. Ганвеста, ты один живой друид. Как ты думаешь, кто должен дать? Анвер. Тимыч, были тебя, чтобы ты дал лапу. Ганвес тоже выслужил хорошо. Кстати. Здесь встаемся, дайте прав. Тяните. Кажется. Ну. Ну. А можно прям ДК тоже все? Трапы дайте в метки. Череп сбейте, бомба. Вы дебилы. Я сейчас не понял, по-моему, хилюсь. Мне кажется, тоже надо падать. Падай. Как он сейчас последний раз отхилился, если жреца два мертвы и один в шипе? Не, прошел касту. Что не прошел?
пошел как он успел забили. Просто понимаете, да, если вы сразу же его не грипаете, то бишь вы дольше его бьете, то бишь если он не умрет до того, как появится новый жрец, то бишь это каст будет уже, блядь, пиздец. Да, его в принципе не грипает. Нужно его сразу же моментально к себе, его когда только был босс проебался, сразу же жреца к себе моментально. Ждите, блядь, там 5-10 секунд команды какой-то. Чем быстрее его бьете, тем проще будет. Блять, 70% еще сделал. Он что-то скажет. Он каждый не сбил. Он каждую эту цель будет ваншотить сейчас. Уже нет смысла. Давайте падаем. Я не понимаю, в чем у вас проблема ему сбить каст. Какой у вас, блять, 3 ДК. У вас вар. Мы магами, по-моему, больше сбиваем. А заморозка разума не сбивает. А кстати, я не могу баром сбивать. Сбивается с даном. Но он также ему сбивается с даном и салом. Салом. Страх. А сал, когда как бы, блядь. С даном, даже первым сбивает. И разбивает. Эффект. Чаржить к нему, да? Ну как вариант. Ну, смысл. Миш, всё, если ты далеко стоишь. Или добил ему. Один трай еще делаем, если такая же хуйня, то... Okay. Я, короче, до этого... До этой гильдии этого босса бил. И до того, как он уйдет, исчезнет босс, два жреца мы сводили к боссу по одному и зауешили. То есть бился и жрец, и босс. Один жрец в ФЦ стоял, второй вешался с боссом. Когда первый умирал, второго притягивали к боссу и били. И когда он умирал уже, тогда через 5 секунд, там, через 10 босс такой исчезал, появлялся трэш. Типа притяжка, уже трэш появился, блять, еще на... нет притяжки. Ничего, мне не реально, у нас 3 ДК, у нас обычно в рейде один нургрет, и он почему-то никогда с притяжкой не слагает. Слаг, когда вы мне заставляете два раза их тянуть. Вы после, реально, последний раз, когда у нас сейчас был последний выход трэша, сказали, сколько раз уже шип, чтобы притянули, и там уже трэш вышел, а он все еще там стоял. В итоге шипа ему сбил шип, а его так и никто не притянул из ДК. Фишка в том, что когда ДК тянут одновременно, то у всех ДК будет КД. Может быть, назначить какого-то ДК одного надо. Так, КД на притяжку уже 20 секунд. Хватит за глаза. Поставьте шкаф и сумки, кто бежит. Не 20, 30. Фрэнсис просит поменять. На кого? Типа пишет позднее время. Все, пора. Бай. А что ро делаем? Портал тогда поставьте. Все, вам прикольно трэш чистить. Под... Вы все равно молодцы. Хрен это мой. Да, вы убили РС обычку. Без вайпа. Да, надо всем гордиться. Завтра нас сколько? А воронки ты чё? Миша! Заслужили! Половину заслужили! И просто когда пианист трейлит, блядь, все делают, потому что, блядь, все чего-то боятся ГП, блядь, все остальные водят там, ну пожалуйста, вы там, блядь, сделайте, там грипните, блядь. Это печально просто. Все вообще на рассосе, блядь. Человек сам должен понимать, блядь, что ему надо переместиться и грип. Друид сам понимает, должен понимать, что если он ресает человека, у которого есть ман, он должен дать БР и инер по нему сразу. Ты
ты помоги ему запомнить, блядь, ГП, да? Я вот проебался, вот когда пианист, да, говорил, что на лече, блядь, надо на край метку уносить. Я получил 2к ГП, блядь, я тебя на всю жизнь помню теперь. Блядь, надо раздевать на край, блядь. Всё, по-моему, рабочий. Всё, всё, можно выходить, да? Всё, начислится? Спасибо. Воронки! А чё воронки? Забудьте про воронки. Завтра... Воронки роли только те, которые куски забрали, всё. Завтра разрулите, чё вы. Завтра вас сколько? Тоже 12? Все воронки можно япончику давать. Так. Три. Не хватит. Все, а 3 штуки. Да, 3 штуки. Давайте я сразу. Потому что конкурс. Закину их в гильдбанк. Или у тебя это какой? У него есть кусок, вот он забрал, и у него